Рад снова приветствовать вас, дорогие друзья, в своей лаборатории. И многие, кто из вас знает, что стержень обычного простого карандаша состоит из графита. Графит, как уже известно, пропускает хорошо электрический ток, поэтому в сегодняшнем видео приоткрываем новое свойство обычных карандашей – рисовать на любых токопроводящих поверхностях под электрическим током. И такой рисунок можно будет стереть только вот таким вот ластиком. Итак, для нашего сегодняшнего эксперимента нам потребуется простой карандаш, два кусочка провода, на одном конце должен быть крокодильчик, также кусочек провода с вилочкой, обыкновенная лампочка с патроном, резиновые перчатки, ну и любая метрическая поверхность, на которой мы будем наносить рисунок. В данном случае это обыкновенный нержавеющий нож. Для превращения из обычного простого карандаша в электрический нам потребуется на другом конце карандаша подсоединить проводок к графитовому стержню. Для этого нам необходимо снять ластик и просверлить его по центру. Затем пропустить провод через просверленный ластик. Заострить немножко карандашик, чтобы был лучше контакт. И можно вставлять обратно. Ну вот практически и все. Ну а далее все подсоединяем в таком порядке. Проводочек, который идет от карандаша, подсоединяем к одному выводу лампочки. Проводок, который идет от вилки, подсоединяем к другому выводу лампочки. А также провод, на котором крепится крокодил, подсоединяем к другому проводу вилочки. Теперь можно цеплять нашу заготовку к крокодилу и наносить рисунок карандашом. Для того, чтобы не испортить заготовку случайной помаркой, я для начала нанес надпись обычным карандашом, а затем буду царапать по этой надписи электрическим. Итак, не забываем о безопасности, надеваем резиновую перчатку, включаем сеть устройства и начинаем работу.
Ну вот и все, друзья, я с вами ненадолго прощаюсь. Кому понравилось это видео, ставьте лайк, не забывайте подписываться, а также комментировать это видео.